И еще один федеральный проект реализуют в Краснодаре по созданию комфортной городской среды. Инициаторами выступили власти Краснодара. Сегодня в кубанской столице преображаются целые кварталы старой многоэтажной застройки и так называемые общественные территории. Один из таких уголков много лет ждал реконструкции на КСК. В 80-х местный сквер пользовался популярностью у горожан. Тогда над ним шествовал комвольно-суконный комбинат, который и дал название всему жилому району. А после развала предприятия сквер ветшал и со временем пришел в запустение. Обвалился мост, затих фонтан. Но весной этого года жители нашего города предложили вдохнуть новую жизнь в это когда-то уютное местечко. И вот в сквере, который теперь называется «Молодежный», полным ходом идет реконструкция. В работе почти 3 гектара площади. Здесь сделают красивую клумбу, обновят пешеходные дорожки, устроят детскую и спортивную площадки. Здесь можно будет заниматься и скейтбордингом, а по периметру сквера пройдет велосипедная дорожка. Жители близлежащих домов уже ждут этого события. Дай бог, что взялись за него, потому что заросли были такие, что страшно было мимо проходить. Сейчас благодаря тому, что взялись за это дело, смотрим уже, предохновили. Дай бог, что было все хорошо. Давно пора надо было сделать здесь ремонт. Довольны, да, мы ждем, потому что нет детских площадок. Мы надеемся, что хоть где-то на велосипедах можно будет кататься и детям гулять, как бы. А то у нас вообще, мы живем, у нас нет ни детской площадки, ничего нет. Я очень рада, что действительно приступили к реконструкции этого сквера. Будет где посидеть, отдохнуть, погулять с детьми и вообще подышать воздухом. У нас маленькими очень довольны, очень. Потому что мы все... И я с внучиком здесь гуляла все время. Вот говорят, что нужен он и обязательно. И, конечно, если приведут порядок, то будем довольны очень. Работы здесь закончат уже в середине декабря, так что в новом году в Молодежном можно будет гулять, кататься на велосипедах и назначать свидания. Это место действительно много значит для Краснодара, поэтому к нему с трепетом относится и пристально следит городская администрация. И мы тоже.